Леш, с победы, выход в полуфинал, наверное, все сборы мысли были именно вот о ближайшем четвертьфинальном поединке. Ну да, такая первая официальная игра. Надо было стартовать отлично. И очень рад, что выиграли и что прошли дальше. Тебе удалось забить гол. Твои эмоции вообще помнишь в тот момент? Конечно, помню, да. Атака была с левого фланга. Вроде бы. Помню, что подсказал Ембаеву. А, мы тогда разыграли. Я попытался дать на Рената. Прошла как-то через игрока. Подсказал, что ему дай под себя. Он скинул, и просто оставалось исполнить, что и сделал. Потом пришлось, да, тяжело, но вот в трудные моменты болельщики поддерживали, в частности, скандировали твое имя. Слышал ли, какие эмоции? Слышал, да. Как раз когда мы оборонялись при угловом. Очень рад, спасибо им за поддержку. Надеюсь, буду дальше радовать голами, игрой.